Друзья, всем привет! Вот такая картинка у нас сейчас с вами вырисовалась. Тут я специально поставил рядом часовик, чтобы было видно и понятно. То есть, ну, понятно, да, что где и что и как. Если бы там пораньше проснуться, можно было пару сделочек уже сделать здесь небольших. Особенно вот кто-то, я знаю, из ребят небольшие тейки берет. Например, вот у нас минималочка. Здесь была, да? Вот мы ее отложнили. Причем один раз, потом еще раз отложнили. Можно было бы здесь зайти. Вот здесь, да? И, так сказать, посидеть там. Куда-то, по крайней мере, на локальное расширение. Вот кто небольшие трейды берет. Дальше у нас здесь сверху, вот, видите? Вот. У нас есть минималочка. Мы тоже ее отложнили. Исходили на низы, да? Вот, здесь у нас есть минималочка. То есть, по идее, бы сейчас вот по-хорошему, я жду открытия нового бара по старшему фрейму. Он примерно соответствует 4-часовому фрейму. И там посмотреть. В идеале, конечно, бы хотелось видеть что-то вот примерно вот такое. Да. И там ланга какого-то взять. Поскольку мы вот пришли на уровень вращения. Вот у нас 52.90. Это уровень старшего фрейма. То есть, если вы часовик скукожите, его посмотрите, то вы увидите этот фрейм. Вот. Ну и, собственно, посмотрим, понаблюдаем, что и как у нас будет развиваться дальше. Вот. Хотелось бы, конечно, ланга здесь взять. Так, по-хорошему-то. Ну, посмотрим. Ребят, что-то я протормозил, короче. Во-первых, надо было пораньше нажать запись, чтобы видеть точку входа, как я входил там, да, в моменте. Ступил, короче говоря. В общем, концепция поменялась, одним словом. Пока стою в шорты. Там посмотрим. Возможно, еще дальше передвину тейк. Потому как может это просто быть продолжение движения, понимаете? И у нас вплоть до обновления лоя. Вот, но я, возможно, куда-то на 52.33 оттащу вот сюда. Хотя бы, да? То есть заберу вот эту часть движения. Ну и посмотрим вместе с вами. You set my heart.
Так, ну что, ребят. В общем, по идее, если выходить, то нужно сейчас выходить. Вот. Но в любом случае, уже в любом случае, как бы там ни было, по-любому это без убыток. Потому что, как если мы туда начнем возвращаться, ну, то есть понятно, да, что это все. Вообще, вот сейчас на самом деле рисуется концепция та, которую вот я там утром еще озвучивал, да, изначально. Вот если бы оно с утра вот так нарисовалось, то прям я бы там зашел. Вот и сейчас прям надо бы выходить. Надо бы выходить по-хорошему. Вот. Почему? Потому как мы трендовый уровень по 30 минутке сейчас отыграли. И по идее, если выходить из этого трейда, да, то выходить вот где-то здесь нужно было. Но, видите, я вот решил, что, возможно, это продолжение движения. Вот. И тот объем, который вот мы с вами видим, выделенный синим на минутке, я считаю, что мы просто его отложнили там. И все. То есть зашел я в шорт на расширении локальном. Видим, что два локальных хая там остались у нас позади. То есть вот у нас, да, и вот у нас. По-хорошему, конечно, бы было более красивее, если бы вот это расширение здесь сделали. Но я зашел там по локальному сигналу, просто поскольку он был. В конце концов бы я перезашел, если бы мы вот вышесказанную тему разыграли. То есть расширили бы вот здесь, да, чуть-чуть повыше. И потом, то я бы перезашел. Ну и поскольку я вот это все видел, как... То есть старший бар открылся, о котором я вам говорю, да, мы сходили выше. То есть по-хорошему бы мы сначала даже должны были нарисовать вот этот хвост сюда, да, а потом пойти наверх. Тогда бы ситуация по мне была бы лонговой. Вот, тогда можно было бы посидеть там куда-то, ну, посмотреть повыше, что там есть, куда-то посидеть. По крайней мере, там, ну, те же там 50-60 где-то тик ориентировочно можно было посидеть. Но поскольку этого не произошло, а получилась картинка иная, то на расширение я зашел. И как минимум вот 52-75-76 цель по трейду. Но поскольку, еще раз повторяю, что картинка вот как бы от шорта она... Не от лонга, а от шорта рисовалось. То я решил просто посидеть, посмотреть, как мы будем это проходить. 52-76. То есть вполне возможно, что дадут нам цель нашу 52-33. Сходим мы туда пониже. Ну, в общем, перелой не знаю, да. События уже менее вероятные, нежели та цель, которую я озвучил. Поэтому будем сидеть, смотреть, что будет происходить. То есть либо нас по этому трейду... Сейчас здесь все разыграют и без убыток высадят, да, то есть пойдут наверх. Либо мы сейчас продолжим вот это снисходящее движение и нам цель дадут. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Target filled. The monsters running wild inside of me. I'm fed.